Политические лидеры в Киеве пришли к власти насильственным путем. Они силой свергли демократически избранное правительство и теперь сажают людей в тюрьмы за то, что те протестуют. Но люди имеют право на мирный протест. Именно это они и пытаются сделать на востоке Украины. А по отношению к ним применяют насилие и их арестовывают. Это явное проявление двойных стандартов. И куда смотрят западные лидеры? Те, кто читал лекции о демократии. Они поддержали кровавый антидемократический переворот на Украине. И теперь протестующие, которые силой пришли к власти, сами жестоко подавляют выступления несогласных. И мы не слышим никаких осуждений со стороны Британии и США. Думаю, их лицемерие очевидно.